Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Сластёна. И сегодня мы с вами будем готовить домашние творожные сырки. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты. Творог 250 грамм, масло сливочное 50 грамм, сахарная пудра 4 столовые ложки, шоколад горький 100 грамм, варенье по вкусу. Процесс приготовления. Соединить творог, сахарную пудру, растопленное сливочное масло и хорошенько перемешать. После чего растопить на водяной бане шоколад. Силиконовой кисточкой смазать формочки растопленным шоколадом и убрать в морозилку на 10-20 минут. Затем до половины заполнить формочки творожной массой и выложить на середину начинку, например, варенье. Сверху выложить оставшуюся творожную массу и разровнять, смазать растопленным шоколадом и отправить в морозилку на 20-30 минут. Готовые сырки извлечь из формочек. Все, домашние творожные сырки готовы. Приятного аппетита! Если вы хотите узнать, что мы будем готовить в следующий раз, тогда подписывайтесь на канал и порадуйте меня лайками. Также рекомендую посмотреть, как приготовить вегетарианские баунти и домашние шоколадные конфеты. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!